Доброе утро, страна. Всех отправили. У нас ночью был дождь. Гриша молчит и никому ничего не говорит. Я тебя не буду сдавать. Не сдавай меня. Я пью кофе. У меня еще котлетки с хлебушком. У Гриши бутербродики с сыром. Так что позавтракаем и пойдем немножко уберем, да? Так, у меня уже все готово. Вот так вот все выглядит для моего первого мастер-класса. Григорий не может привыкнуть, что у него каникулы. Проснулся и думал, что надо учить уроки, да, сынок? А оказывается, можно отдыхать. Я спокойно. Да ладно. Марсик тут развалился. Ма, рассказывай. Ждет гостей. Ма, рассказывай. Ну, подожди ты. Уже 12:30, Марсик продолжает спать. На этом месте. Так, топим котел, потому что у нас на улице дождь идет. Я уже разобрала вещи, потому что у нас бывает такое, что после, например, вот летних, да, каких-то наших поездок вещи могут и неделю стоять. Поэтому решила, раз мы сегодня не вяжем, то разобрать сразу вещи после камышеватки, все разложить. Заложила уже стирку, одна постиралась, еще одну заложила. Сейчас, конечно, погода не айс, придется сушить все под навесом. Или на батареях в комнате. Ну, я на кухне обычно развешиваю и в котельной. В комнатах не развешиваю, чтобы все равно не дышать этой химией. Потому что, когда спишь, ну, все равно вот это вот испарение. Вот так вот. И сейчас смонтирую видео, потому что отставание, блин, 5 дней, нужно все догонять. Как раз такие дни, когда плохая погода, и в начале недели мы несколько дней не вяжем. Хотя папа сказал, что завтра, наверное, будем уже вязать. Вот, так что поехали монтировать. Там едет культурная навигация из Кубань 24, так что мы теперь ждем. Да нет, уже недалеко, уже все вернулся. Сюда. Вот теперь это все записывает, понимаешь? Понятно. Вай-вай. Да, и Гриша будет снимать рукой, пожалуйста, не дергать. Все должно быть аккуратно. Понятно? Все, стараться очень нежненько водить рукой. Понятно? Можно даже руку к себе немножко прижать, но повыше тогда камеру поднимать. Да, и вот так. Вот так вот буду. Давай. Все? Выключай. Мы до сих пор ждем культурную навигацию, потому что они поехали по летней дороге. Не знаю, как это будет, потому что погода, конечно, оставляет желать сухой дороги, но я нет. Не знаю, что это будет. Сейчас посмотрим, в каком виде приедут. Что тут у тебя, Лего? Да. Ну, хорошо. Сейчас еще застянут. Сейчас тысяча дней не приедут. Не знаю. Если что, папе будем звонить, пусть на Ниве вытягивает. Ну, а что делать? Вот она осень с ветрюганом. Мы топили, тут у нас теплышко. Слышите, как тут здорово. Но солнышко все-таки хочет выйти к нам. Вот, наконец-то доехала съемочная группа. Обалдеть, да, сколько тут человек. И застревали по дороге, и намокали. Теперь в тепле, ну, с пиратчиками. Гриша будет потом снимать, как мы будем делать. Мы ехали-ехали и наконец приехали. Да вообще с другой стороны речки причем. Ничего, ну, зато мы посмотрели, какая у вас природа шикарная. Мне самое интересное, да, раз был сразу. Но через речку, да. Может занавесить, что? Нет, сюда мы не смотрим. Нормально. А ну, когда раскрашивая, да, мы общаемся. Все, окей. Ты потом уже можешь сказать, что мы сделали фигурку самоварчика. Потом. А, так не с этого момента. Вот ты. Но сейчас ты проговори. Да. Сделай паузу, чтобы я отъехал. Хорошо, давай. Ну, нам наверное, смысл дороже. Что? Давай я еще раз сделаю. Ты просто представишь, и все. Давай.
Мы находимся в гостях у Веры Довголь, которая безумно вкусно печет пряники. Сегодня будем их готовить, да, Вера? Ну, мне кажется, сейчас они становятся более популярными, именно расписные и очень модный подарок и вкусный. Вот тульский пряник, это вот у нас пищит уже, да? Это уже все у нас пищит. Подождите, стойте. Взял? Почему? Ну, подожди, мне же нужно... Видно? Видно все? Не останавливаюсь? Да. Я не останавливался. Ну, они же будут горячие, нам же надо это все ставить. А для пряников нам нужны такие палочки, да, заготовки. Стоп. Нет? Ну, поговори еще. 4, 5, 6, 7, 8. Что за... Треск? Да. Может, батарейки? Не знаю. Нет, батарейки не может быть. Еще раз поговорить, я говорю. Как будто как наводка какая-то. Не знаю. Но если что, тормозите. Да. Подожди, давайте тормознемся, я послушаю звук. Да, давайте, достаньте, а потом засунем, чтобы они там не приняли, да? Ох ты, какая красота. Давайте покачу. Как они пахнут. Да что, зачем? А, говорю, я что... Я не снимаю, я сейчас посмотрю то, что снять. Если там наводка? Да. А куда делись мои губы? Шикарнейшие. А, все. Скажите, когда можно будет разговаривать. Ты же его дорисовала дальше, нужно теперь это переписать. Как ты говори, что делать есть. Все, вот так буду есть. Так беру, буду есть. Вера, благодаря вам я владела мастерством пряничного дела. Как ты его ставишь или нет? Давай, да. Только а я где? Я сижу? Вас пока здесь нет. Ага. Игорь, я просто вот так туда ставлю. Да, поднимаешь и ставишь. Сейчас, подожди. А ничего, что там пакетик, может, не надо? Давай берем. Давай. Пакетик, давай, так, все. Есть даже здесь еще? Сейчас. Что ты тут делаешь? Ага. Так, а где наши пряники? Красивые. Так, тарелку, да, может быть, еще?
еще привезти? Ну да, их положить бы куда-нибудь. А в чем вот, ну, прикол? В том, что вот на палочках, наверное, больше востребованы, да, сейчас, потому что модно. Да и так детям. Ну, я вот кота белого и просто в упаковочной коробке с бантиком. Угу. То есть, по сути, можно сделать любую форму, рисуешь и все, переводишь на тесто, вырезаешь. Дождь перестал, кстати. Дождь, это понятно, все перестал. Долго ли? Ну, сейчас вот выйдем, чай быстро допьем. Да, ставь. Ну, давай это тоже, как она это ставит. Настя, еще раз ставь. Да. Должна хозяйка Вера, мы должны ставить. Подожди, надо, чтобы они уже две в кадре были тогда. Да? Да, ну у тебя крупники, поставили самовар, поставили это. Да. Поставили то, поставили это. Прямо по центру поставите. Положите сейчас, я посмотрю, как оно. И потом точно так же положите. Забирайте и ложите. Ага. Все, теперь садитесь. Подожди. Мне надо для соцсетей культурное. О. Ты все, слила можете. Полностью этот. Кого? Красненькое вот сюда лучше наоборот так вот положи. Между КВН 24, культурная навигация, любовь и кость. Все в порядке, все как правило. 2 часа. Все. Верни пряник. Бля, какой верни пряник. Ты сейчас же его есть будешь. Я же его буду есть. И сердечко тоже верни. И вот так вот верни. Так, все, садимся, наливаем кипяток. Не, вот ты садишься. Да, видишь, вот твое место. Вера, ты там? Подожди, а кто чай будет? А я что не умею. Вера будет. Вот так, 90 градусов. Вот смотрите, вот так вот он закрыт, а в любую сторону он открывается. Я главное, чтобы закрыть сюда. Главное вовремя закрыть, да? Петлю можно снимать или нет? Так. Да мы посидим. Ты ее, главное, выключил? Она нет, конечно. Высокенький у вас столик. И такая, как крутится она. Ух ты. Да тут можно вот так чай наливать. Следующий. Ну, да. Давайте сделаем. Вот такая. Вера, да? Смотрите, давайте померяем. Заходит? Да, все нормально. Все, давайте, заходит, я же уже померила. Ты крупный. Не заходи до этого. Как будут наливать. Крупно, да. А я очень возьму отсюда. Так, раз. Ну что, готовы? Давай, стой, чашки. Поехали. Вот это? Ага. Подожди. Так, все, давайте доедем. Нет, сначала как будто бы мимо, да? Что, поехали? Зачем мимо? Поехали. Оп, наливаем. Да, он просто очень медленно течет. У нас до этого был огромный самовар, в 2 раза больше. Сейчас мы посчастливили. Урезали. Да. Он усох, он не выдержал. Так, все. Так, закрывайте. Да, едем. Едем в следующий. Хрязь. Все. Вот. Есть. Это ловите. Что будет на выходных, да? Или это только не на этих, а на следующих. Теперь раздаем чай. Все, все раздаем? Да. Я угощаюсь с вашего позволения. Без сахара? Да, мы сейчас же пьем, да. Ложечку, единственная ложечка. А ну, вот там вот в верхнем ящике. НЖД, пожалуйста, ложечку.
сделать. Спасибо. Спасибо. Вот так вот ведущая ест, пьет. Общайтесь. Да, улыбаемся, смеемся, пьем, прикусываем. Я к вам еще приеду. Что-то мне понравилось. Без камеры, я не вредный. Это не пиши, это пиши. А ну-ка стоп, а ну-ка повтори. Я приеду без этих людей. Мы с вами хорошие прянички напечем. Я возьму горилочки. Мне папа делает хорошую самогонку, да, в самовар. Вот, у нас будет культурная навигация, не то, что ладно, я шучу, ребята очень хорошие, крутые. А вот, вот тоже ложечка помешает. А, да, что такое? Так и говорит, я говорю, на машине приедут. Он говорит, нет, мама, они на автобусе, и там много людей выйдет. Ну, у нас, видите, 6 человек, да, съемочная группа. У нас еще продюсер на прошлой съемке. Так, культурная навигация, пряник. А как будем делить? Думаю, что все. Давайте тогда вот так, я думаю, культурно. Ваши сыны тоже должны пряник есть. Давайте вы мой попробуйте пряничек, а я культурную навигацию затрепаю. Да, ага. Мы не пишем, да, звук? Не хотим? Нет, давайте действие какое-то, мы же пишем. Окей. Есть? Как жаль мне раз. Мне кажется, после этого нашу программу закроют. Не должны, да? Все, ваше здоровье. С какой стороны мне начать? Чтоб не сильно вымазаться. Я начну с ног. Да. Тесто классное. Есть. Господи, какие они вкусные. Да, никто ж не пробовал, кроме меня. Это же без звука, нет, это нельзя говорить. Реально вкусные. Да, мои дети, эти вот прям классные. Имбирь и нет, без имбиря, наоборот. Мед и корица. Мед и корица, классные. Корицкие такие вкусы. Ну вот а мне по сладости прям идеально. Не. Ну, с чаем, да, сладким, да. С сладким чаем, да, потому что если уже сюда положить сахар, то уже, можно сказать, прям сладковато. Можно мне, ребята, вот цветочек попробовать? А это вообще да, мы с удовольствием, мы не откажемся. С пророком. Ребят, попробуйте цветочки. Да, пока воды нет в речке, Гриша не ходит. А летом, да, он ловил по 9 даже, да, то есть тут жизнь есть, по сути, да? Ну, я карасей на зимнюю удочку вытягивал. Ого. Мама подтвердит. Потом жарил сам? Нет. Для чего? Что делал? Маме сдал все. А мы только солим же. А, так, по-моему, все. Обновлены. Обновили мое пальто. Съемка. Да, пока доехали до хутора. Да, заляпали всю машину, пальто. Застряли, да. Слушайте, 3 дороги ведут к вам в хутор. Все мы объездили, изъездили. Слава богу, доехали. Раз пустая тарелка. И два пустая тарелка. Грише даже ничего не досталось, да? Что? А вон еще те, что мы пекли, в общем-то. Я еще, же, может, все... один это... А, вот еще стоят. Отколю, может, разрисую. Так что это да. Можешь оставить. Осталось же, да, глазурь, так что Григорий еще будет здесь все разрисовать. Я вот. Сделаю. Ну вот тоже, может, такие же цветочки, нет? Не хочешь? Ну там же статистика. Угу. Пробуй пера культурной навигации. Все, уезжает наша культурная навигация. Будем теперь ждать, когда нас покажет. А на следующие выходные, не на эти, а на следующие выходные. А, когда я поеду это? Нет, не на эти выходные. Это будут эти выходные, когда ты поедешь на соревнования, а на следующие. Ага, я могу разминаться. Все, культурная навигация закончилась. Теперь начинается бескультурная навигация. Все голодные. Уже без 10:03 мы с Гришей очень хотим кушать, да? Культурная навигация вернулась, да, сынок? Нет. Я не верну. Это цветок, обалдеть. Это тюльпан? Нет. Сын. Просто пришло бы. Вдохновение? В голову что-то? Здорово, сынок. Я тобой горжусь. А Григорий тут все творит. С одной стороны, тебе это не понравится, потому что тебе надо мыть тарелку. С другой стороны, это тебе понравится. А может, съесть надо тарелку?
А покажи, какой цветочек тут получился. Я делаю. Красивый. Это что такое? Гамбургер. Мама, вот это можно раскрашивать? Спасибо. О, красота. Мама, вот это все можно разрешить? Тебе какой цвет? Зелененький подходит? Да. Давай, Зоечке зелененький. Зоечка будет зелененьким. Маргариты какой цвет? Желтый. Желтенький. Представьте, у меня оранжевый. А, кукольно! Кукольно? Реш, дай мне один. Мне надо как бы лепестки сделать еще. Зоечка, а тебе что надо сделать? Мы надо есть. Ну, конечно. Афанасий, у тебя что? Сережа, там еще есть пока что-то? Так, родня тут перебирает вещи, а я вот увидела Григория рубашку, которую он на годик одевал. Боже, как... Ко мне опять все мужские рубашки. Ну, какая она клевая. На Леву или как ты там? Льва Лещенко? Какой? Леонид. Леонид Агутин. И вот еще Григория, тоже кофточка. Я помню, что это, по-моему, башка Галя, да? Покупала, ты не помнишь? Я должна помнить. Ну, ты не помнишь? Я-то помню, по-моему, башка Галя. Мама. А вот еще это тоже Григория был. Антон. Это был прям мой любимый бодик. Антон Сергеевич. Ты довольна, что уезжаешь? Где-то там, наверное, родня, я не знаю. Да. Пожалуйста. Мы с Афанасием опять строим дом. Давай покажем, кто тут у нас спит. Только мы уже не из Лего, да? Где твой дядя спит? Мой вот дядя, он здесь спит. А то там. Мой на втором этаже, а Фонин дядя на первом этаже, да? Да. Такой у нас двухэтажный домик получился. Вот. Да. Твой здесь на первом этаже, а мой вот на втором, да? Да. Я Афоне уже помогала. А, да? Так, мы играем в лото. Афоня у нас ведущий. Я! У меня. Да, ты говори, что это машина, хорошо, сынок, или трактор там. Это что у нас? Меня. Поезд, да? У меня на второй карточке. Ваня еще и маме достань. Это что у нас? Каток. Каток это у меня, да? Блин, у тебя... У нас два же. Это что, парусник? У меня на первой карточке. Первой. Еще маме достань. Покажи. Поезд скоростной. Это опять у Антошки, да? Антошка хочет победить. Нет, мне еще надо вторую запомнить. Да, это у нас трамвай. Трамвай попадает ко мне. Это что у нас, сынок? Смотри, подъемный кран. Подъемный кран. Кран тоже ко мне едет. Мама. Это что у нас? И у меня. Миксер. Это опять у меня. Бочка миксер, да? Бетон мешает. Да. Это не миксер. А как миксер называется? Ну, машина Лего делала. Серега, а зачем он это делал, сынок? Мама, это делает. Ну, так надо убрать тогда, да? И ложимся спать. Да, я покажу сейчас, как я сажусь на шпагат. Да, Антоша, тут полным ходом идут тренировки. Нет, еще мам, чуть-чуть. Мам, как она уже села? Выше чуть-чуть? Нет, чуть-чуть еще не сел. Мам! Детки. Ты опять жопой туда, ты не должен жопой туда садиться. Ай! Сейчас. Угу.